киловатт чайник походный, и кипяток был готов за 8 минут, как в современных электрических чайниках. Все эти шкуры, что видите, это трофеи нашего коллекционера с охоты. А здесь уже представлено... Вот сюда выйдешь. А здесь уже представлены современные самовары. Этот электрический, а этот комбинированный. Дома электрический, а поехали на дачу, взяли с собой. Он, видите, как угольный может работать. А здесь вы видите самовары-сувениры. Стеклянные, хрустальные, берестяные, деревянные, казаковская филигрань. Это, знаете, медная проволока, покрыта серебром. И потом из нее плетут такие ажурные изделия. Скажите, похоже на морозное кружево на окне, правда? Елочная игрушка. И даже вот такой маленький, с ноготок у нас есть. Внук нашего коллекционера, нашего-то чуда, в киндер-сюрпризе. Самовар стал символом семейного очага, добра, уюта, символом богатства. Вон, какие дорогие самовары были. Пожелайте, пожалуйста, для себя, для своих любимых, родных и близких всего самого-самого доброго. И если вы прикоснетесь к нашему